Здравствуйте. Умение сострадать и сопереживать, мне кажется, примета любого русского человека. И я себя отношу к человеку русской культуры. И думаю, что и мне свойственно, так же, как и вам, сопереживать и сострадать. Но говорят сейчас, что ситуация изменилась вообще в мире и в России в частности. Изменилась в том, что люди стали злее, может быть, циничнее. Я так не думаю. Мое мнение таково. Люди стали агрессивнее. И не только в России. Везде. Агрессивнее и даже обладают таким качеством, как неумение слушать другого. Люди перестали слушать друг друга. Люди, как мне кажется, смотрят очень много телевизор, а это не нужно делать часто. Нужно больше времени проводить со своей семьей, нужно выезжать куда-то, нужно вместе обедать, ужинать, обсуждать какие-то общие интересы, общие вопросы, касающиеся семьи, детей, любви. Вот эти очень важные аспекты, мне кажется, имеют большое значение в нашей жизни, гораздо больше, чем те политические пристрастия, которые разделяют людей по разные стороны одной и той же семьи, в одном и том же дворе, в городе и так далее. Поэтому я считаю, что наши люди как были самыми добрыми, самыми отзывчивыми и самыми сострадательными, так и остались. Просто нужно посмотреть вглубь, нужно вынуть то чувство сострадания, которое есть в тебе, и помочь ближнему. Просто помочь. Леви Ваетери, генеральный директор Академии российского телевидения.